Добрый день, друзья! Сегодня у нас на часах 10:10 примерно, на дате получается уже 21.08.2018 год. И я хочу показать, какое количество людей сейчас в это время, как бы пик, да, получается, находится на пляже Кавказ. Но для начала я покажу, где я нахожусь. Это барханы, которые выше пансионатов, выше деревьев на пляжике Кавказ. Это строится ЖК Кавказ, он последний, пятый корпус достраивается. Можем наблюдать, что осталось совсем чуть-чуть, его тоже сдадут. Шикарнейшее место, есть свои нюансы там по проживанию, есть плюсы-минусы. Как, в принципе, все всегда и везде. Джида у нас, либо лох серебристый. Он уже практически поспел и выглядит сейчас вот так. Можно уже есть, вот которые особенно немножко почернели. Они сладенькие, вкусненькие такие. Если найдете еще вкусное, хорошее дерево, они могут даже быть еще сочноватые. И наблюдаем, ребят, это выход на пляж Кавказ. Количество людей. Можно даже не комментировать. Это территория хуторок, там платные навесы, вот это белый туалет, батуты стоят. Вот это, я так понимаю, должна была быть спасательная вышка. Вот этот ларек, на нем написано коктейли, что-то там, да, и пенные напитки. Мэру Анапы привет. Я понимаю, что может там коктейль пенный, ну, в любом случае. В общем, мы друг друга поняли, я так скажу. Приблизим немножко, точка массажа, катамаранчики сдаются. Можно, в принципе, обзорчик сделать отсюда. Единственное, знаете, что самое смешное, я вам покажу. Здесь зелень имеется небольшая возле берега. Ну, ребят, смотрите, там влево отходится с пляжа Кавказ, зелени нет. Посмотрите, какая территория. Туда далее, это Лазурный берег, по коттеджу возле него вот квадроцикл выехал на пляж, что тоже категорически запрещено нашим законодательством и знаками, которые стоят о том, что, как сказать, тут только пешеходная зона, но почему-то у нас катаются на квадроциклах, на машинах и так далее и тому подобное. Причем это не является техническим транспортом песчаных пляжей. То есть, если вы такое видите, особенно если с номерами снимаете, отправляйте в ДПС, пускай наказывают. Так, смотрим. Вот здесь вообще мы можем наблюдать, что территория пустая. Стоит табличка, только купание запрещено от администрации города-курорта Анапа. Ну, вы сами делаете выводы, кто там купается на центральных пляжах Витязева, Анапы, где вы отдыхаете. И может все-таки стоит немножко потратить времени на дорогу и приехать, допустим, на пляж Кавказа для отдыха. Но каждый еще делает самостоятельный свой выбор, потому что посоветовать или кого-то заставить, чтобы им было хорошо, это на самом деле глупо. Просто потом не кричите на каждом столбе о том, что «А, в Анапе много людей! А, в Анапе негде отдыхать на пляжах! Километры! Просто километры песчаных пляжей! 32,8!» С вами Юрий Азаровский, мы начинаем. Пойдемте прогуляемся до моря, посмотрим, что там интересного. Ко мне только что подходил подписчик, хотите привет передать? Нет. Хотите, может, еще что-нибудь сказать? Там, нет, где отдыхаете? Говорит, Джаника. Вот в моем доме, говорю, живете? Да. Я говорю, ну, хорошо, хорошо. В общем, Джанику, брат, тебе спасибо за то, что в этом году помогаешь людям тоже разместиться. В общем, все как всегда. И тем, кому надо по жилью, обращайтесь. Можете прямо напрямую Светланы, но если ее варианты вам не подойдут, всегда даст координаты Джаника, и все будет хорошо. Номер Светланы под этим видео имеется. Также джипинг. Незабываемые прогулки, столько позитивных, хороших отзывов. Это на самом деле того стоит. Значит, на джипинге угадали с организатором. Получается, дайвинг. Люди погружаются, тоже все хорошо, без эксцессов, уже почти весь сезон. Квадроцикл. Ну, квадроцикл мне, наверное, больше всего понравилось, как и дайвинг. Дайвинг мне тоже очень сильно зашел, жалко времени, то я бы еще понырял. И получается, что у нас еще интересного имеется? Лошадки, конные прогулки. Я поеду тоже кататься осенью на лошадках. Может быть, с квадриком, может быть, хорошая погода. Ветер есть, но он не такой, как вчера, не метет. Это нормальное состояние по ветру сейчас у нас в Анапе. Вот, можете прочитать, соки, воды, пенные напитки. То есть, это не я написал, это сами они написали. Здесь уже голуби летают, мальчик прыгает, и все прекрасно и красиво. И креветки. Вот в ту сторону, получается, стоит вот этот туалет. Имеется. Здесь имеется прокат, кстати, тоже всего, чего только можно. Но сейчас я почему-то не вижу гидроциклов. Наверное, невыгодно, так как людей на пляже мало, и их некому сдавать. И вот, смотрите, такая полоска. Причем спокойно можно проходить пляж. Это центральное место, да? Я вам только что сверху показывал. Туда влево вообще людей никого нету. И вправо, ну, есть немножко, и все. А нет, вот они прогорают катамаранов. И там, наверное, же потом гидроциклы подъедут. Ну, наверное. Я прям, честно, не уверен. Смотрите, как отдыхают люди.
со стучками кто-то даже приходит на пляж. В общем, это мой любимый, лучший пляж для меня. Но самое смешное, что здесь есть немножко зелени. Можно было бы даже хайпануть, но я показал. Вот влево-вправо отвечаю просто, что зелени нет. Мы влево не пойдем, туда показывать не буду, но мы пойдем вправо. Пройдемся. Просто кто-то вышел, уперся. Ну, в принципе, что тут перешагнул, да и все. Мне хочется вам прям показать прям чистое, кристальное, красивейшее море. Посмотрите, детки тут построили какой замок. Он был больше, его немножко уже частично, так сказать, разломали. Стрекозы летающие. Это символ августа. И сейчас вот меня спрашивают, блестит ли у нас ночью море. Я хочу на днях буквально сгонять и попробовать ночью вот, пошуметь водой. Посмотрите, будут ли мерцания. Вот, тоже подписчики машут ручками. Привет, и вам, говорится, хорошего отдыха. Катамаранчики Sunlight 4 называется. Ну, в общем, вот смотрите, водоросли, камка, беда. Что с этим делать? И смотрите, разрывы между людьми становятся все больше, тех, кто отошел вправо. И они, помимо того, что получили как бы разрывы, нашли здесь кристально чистую воду. Просто ни одной водоросли. И практически нет людей. Ну, сами посмотрите. Это, знаете, вот как назло называется. Море чистое, людей практически нет. Там водоросли, я так понимаю, имеют очень притягательное свойство. Они притягивают к себе, помимо хайпа, еще очень много людей, которые приходят покупаться именно водорослях. Смотрите, ну, чистый кайф. Буквально час назад приплывал дельфин. Я его частично отснял, ближе к вечеру выложу. Смотрим на красивые песочные барханчики. Очень классно они выглядят в этом году. Здесь есть вот тоже такое что-то типа бассейна. Этот пляжик, я не знаю, наверное, к кому относится. Это Кубанская Нива вот, в черном исполнении в этом году. И чистое море. Просто чистое море, чистейшее. Я сейчас выйду туда в стороночку и покажу вам водичку. И здесь именно мы сейчас с вами будем замерять и температуру воды. Это будет прям шикарно. Я думаю, один, это детский, так сказать, загончик. Так что все будет хорошо. Возле моря 38. Температура воды для вас сегодня. Вот просто без всяких побочных там шумов, эффектов попробую осветить. Я сегодня специально не поехал никуда. Думаю, ну как можно от такого моря куда-то уезжать, если там в Анапе, говорят, на центральном водоросле, я поеду снимать водоросли. Да нафиг не надо мне эти миллионы там просмотров и так далее, когда я могу наслаждаться сам. Как я хочу искупаться. У меня, правда, еще одна съемочка осталась. Я сейчас погодное видео снимаю в разрыве. Между съемками люди не приехали, я им написал, чтобы пораньше, но не смогли. У меня сегодня заболели, кстати, детки. Это давно такого не было. Не спросил, чем. Это уже как бы люди, ну, проверенные, они были уже неоднократно у меня на съемочке, поэтому я им доверяю. Ну, я попросил людей, которые на следующий час, но они не смогли подъехать. И буду вот сейчас для вас показывать красоту. В общем, наливать ваши любимые напитки. Здесь хочется говорить шепотом, чтобы не спугнуть вот эту красоту. И хорошего отдыха.
Ну как? Напишите в комментариях. Меня многие просят: Юр, покажи тот пляж, покажи этот пляж. Да нафига, когда рай здесь? Никому не говорите. В общем, всем хорошего дня, позитивного настроения. Люблю вас всех, друзья. Спасибо, что помогаете, делаете репосты, гуляете со мной. Сегодня, возможно, прогулка по Джимате. И надеюсь, что у нас все получится. Мы с вами прогуляемся, насладимся вечерним Джимате. Ну, там какие-то нюансы, из-за чего может случиться, не случиться. Но я очень сильно надеюсь, что все получится. Обнимаю вас от души. Просто, ну, посмотрите сами. Я в раю, я в чистейшем море, под приятное дуновение ветерка, теплого, без песка. Наслаждаюсь всей этой красотой и делюсь с вами. И красивейший фотограф Черноморского побережья, правда, немножко опять толстеющий, приглашает вас на фотосессии, сделать для вас самые лучшие фотографии на память об отдыхе в поселке Витязево, городе курорте Анапе, Анапа и Джимате. Всем пока-пока. Не забывайте ваши лайки, репосты. Просто продлевают мою жизнь. Если хотите, чтобы Юра жил дольше, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. Всем пока-пока. Thank you.